Ну, я буквально скажу несколько слов. Очень приятно сегодня презентовать очередную работу Игоря. А на самом деле Игорь Родионов, ну, подвижник, человек, который беззаветно любит наш город, и каждая его книга – это вот какое-то такое событие, которое является материальным, так сказать, предметом, который доказывает и показывает, какой у нас замечательный город. Издание этой книги, оно было осуществлено за средства гранта, который был выделен, ну, художественным советом в рамках программы Бориса Филатова «Культурная столица». Прежде всего я хочу поблагодарить учредителей городского гранта, потому что благодаря ему творческим людям можно реализовывать свои задумки, свои проекты. Ну, так случилось и со мной. Вы знаете, мы же как-то, помимо того, что мы живем днем истории и днем сегодняшнего, мы все время пытаемся заглянуть и в будущее. Так родилась идея, а какой будет набережная, как будет набережная выглядеть лет через 5-10. Так родился, ну так, добавок к этой книге. Уникальные проекты набережной. Вот третья часть – уникальные проекты.